не будем. Капитан Селиванов, я капитан Ибанес. Во-первых, не капитан, а майор. А во-вторых, что вы здесь делаете? После вашего разговора с базой, когда вы сообщили, что обнаружили тела группы НАТО, нам было поручено доставить тела погибших на вскрытие, в лабораторию, а также защитить вас во время новой бомбардировки зоны. Спасибо за то, что спасли меня. Уж я-то знаю, что выгляжу я просто отвратительно. Я не знаю, как это все могло произойти, но я, по крайней мере, не потерял рассудка, как все остальные. Так, получается, нам остается только ключ втыкать. И сейчас будет, наверное, по-моему, одна из самых сложных битв, как по мне. Наверное, вообще в игре, блин. Что-то вообще какой-то ужас там. Так, давай сохранимся. Сейчас вообще трешанина будет. Ну, погнали. Черт возьми. Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение втихаря замечательной игрушечки Горький 17. Вот, и в прошлой серии мы тут вылезли в музей, вот, и перебили вроде как всех врагов. Вот, поэтому нам надо чесать дальше. У нас тут есть еще желтый ключ, вот. И, кстати говоря, я похилился с помощью нашей девахи Джоан, потому что у нее лечение на 15, да, и, соответственно, она потихонечку добавляет нам хпшки. Так, давайте-ка проверим давненько. Так, у нас получается, так, гранаты у всех есть. Сейчас один из самых дурацких боев вообще будет в игре, блин. Поэтому давайте подготовимся. Так, надо коктейль молотов еще раздать. Они нам тоже пригодятся. Так, давай по одному тогда пока. Этим двум два. Так, все, ну плюс-минус, ладно, пойдет. Так, давайте сохранимся. Так, так, пиано шестое, так вот, ну шестое, да. Так, все, получается, берем карту. Я не помню, нападут на нас тут, не нападут. Ага, не напали. Так, желтая карта, она, по-моему, там от компьютера будет, да? Блин, я так давно последний раз играл. Пипец. Ну, именно с этого, с тестирования. Даже забыл даже этот самый. Так, здесь мы все взяли, да, все взяли. Так, и нам получается на лестницу, я так понимаю, да? Как-нибудь бы еще подсвечивалось бы тут, что можно, типа, этот самый взаимодействовать. Типа на альт или что-нибудь типа такого. На лестницу, по-моему, просто нажимаешь, он сразу выходит, да. Сейчас к нам должен присоединиться Медуза, поэтому можно вообще сначала, по идее, вот в этот вот компьютер вставить эту, как ее... Ну, вот эту карту, которую мы нашли. Но, так, ну давай. Но пока мы этого делать не будем. Капитан Селиванов, я капитан Ибанес. Во-первых, не капитан, а майор. А во-вторых, что вы здесь делаете? После вашего разговора с базой, когда вы сообщили, что обнаружили тела группы НАТО, нам было поручено доставить тела погибших на вскрытие, в лабораторию, а также защитить вас во время новой бомбардировки зоны. Ну и как вам прекрасно известно, буквально несколько минут назад было объявлено, что ваша миссия прекращена. И у нас теперь есть приказ о сопровождении вашей группы и Джоан Макфаден на главную базу. Вертолет должен быть здесь через час. Мисс Макфаден, мне очень приятно, что вы оказались живы. Миссия прекращена? С чего вы это взяли? Майор, разве вы не приняли нового приказа вашего генерала Пафлова? Очень странно. У меня есть прямой приказ от этого русского генерала. Пожалуйста, свяжитесь с главной базой, если вам необходимо подтверждение. Угу, так и сделаем, будьте уверены. Говорит Селиванов, пароль Всеслав. Прошу повторить наше текущее задание. Прием. Майор, немедленно возвращайтесь на базу, ждите там дальнейших указаний. Вертолет заберет вас на крышу музея через несколько минут. Подтвердите. Вас понял. Эвакуация вертолетом с крыши музея. Конец связи. Благодарю вас, коллеги. Один из трупов вы найдете у входа в канализацию, другие в районе порта. Приятного вам путешествия. Странно, но приказ есть приказ. Ну да ладно, значит, теперь пойдем искать эту проклятую крышу.
Так, и надо сразу сохраниться, чтобы не этот самый. Так, давай, ну вот на семерке, наверное. Ой, так. Блин, как же здесь неудобно, это просто кошмар. Так, на семерке и сохранимся. А, такое ощущение, как будто тут вот какие-то лучи есть, да? Вот, если вставить сейчас желтый ключ сюда, то сработает битва. Это просто самая дурацкая битва, которая такая есть. Слушайте, а можем сюда зайти? А, нет, да, не можем, да? Вот, поэтому мы на потом ее оставим. Мы сейчас должны медузу найти. Вот, он хотя бы поможет. И, наверное, в этом бою... Ой, еще и дротики отличные, бронежилет. А, наверное, как раз-таки в этом бою нам надо будет использовать этого лоботряса, да, вот этого медузы со своим станом. Но пока не знаю. Очень не хочется, но ладно. Так, у нас в любом случае... Блин, а вот интересно, если мы сейчас бронежилет этой мадам выдадим, он потом, типа, когда она уйдет, мы сможем его забрать или нет? Вот интересно. Так, у нее хпшки я ей передал. Так, и патрики. Да, я ей пользоваться... Я пользоваться этой мадам не собираюсь, поэтому... Ну, в принципе, вообще этими... Ну, короче... левыми персонажами, чтобы получать по максимуму опыта. Так, где-то вот пожалуйста. Здесь, да, вот он. Помогите мне. Нема вопросов, дорогой. Ща мы тебе поможем. Чик и на небеса. Господи, как я от этого устал. Тарас, пристрели это чудо побыстрее. Подождите. Если оно еще способно разговаривать... Может, в нем сохранилось и что-то человеческое? Нет? А вдруг? Не знаю. Вряд ли мы можем на это рассчитывать. По крайней мере, не в этом дурацком городе. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Так, главное, чтобы у нас Тарас Коврига доходил. Замечательно. Тарас Коврига доходит. Так, у этого лоботряса 120. Я вот не знаю, если мы сейчас его спасем, то... ХП у него восстановится, когда он присоединится к нам, или придется его хилить. Так, ну тут без вариантов, чтобы нас этот не бил. Давайте-ка, хорошо, у Тараса тут как раз-таки, да? Застанем его. Пим. Все, отлично. Так, ну и всеми остальными подходим. Наверное, тут вот еще на выходят. Но пока не это самое. Наверное, еще тут понавыходят, ну ладно. Так, давай. Их потихонечку качаем оружие, пока можем. Ну, в смысле, этот, пистолеты. Общий опыт нам нужен. Так. Так, все, получается. Надо вон того тоже. Идите побыстрее. Но он сейчас ударит и отойдет, скорее всего. А че вот медуз... Ой, 24, как много-то. Ну ладно, он еще потерпит. У него 120 хп, у нас с хп вообще хорошо все. Так, по-моему, у этого... Да, огненная защита. У Крюгера точно огненная защита. Вот и вот у этого... у этого я попробовал. Так, 78. Ну, вдвоем, я думаю, справитесь. Поэтому погнали сюда. Блин, как-нибудь бы это самое все собрать. Так, нам надо, получается... Так, давай, наверное, сзади вот так подойдем, чтобы побольше урона было. За три хода, я думаю... Ой, вот это зря было. Это было зря, ну ладно. Так, ну давай. Пока мы идем к этому, будем стрелять тогда. Блин, у нас у Тараса ничего нет такого, да? Нет, у него есть винтовка. Ну, есть дробовик, кстати говоря, наверное, дробовиком надо бы стрелять. Так, мы поэтому... А, попадаем, да? Давайте-ка в задницу ему прям выстрелим. Нормально. Хорош. 24, с ума сойти. Так, ну и... Давай, ты спину тоже. Тоже не стоит забывать, что надо ее потихонечку валить. Так, 51, все замечательно. Следующий ход, он еще постоит. Ну, вернее, как бы оглушен будет, вот, и постоит. Вот, а вот эта вот медуза, она очень нам пригодится в следующем бою с желтой карточкой, это просто атас. Так, так, все, нам надо 50% урона ему нанести, да? Так, сколько ты еще держишься? Да, ну, в принципе, нормально у него, еще один бой продержится, еще один ход. Давайте, наверное, тогда... Так, подожди, да, блин. Так, получается, нам надо бы его за один ход бы замочить. 15, 25, так, если мы... А, мы можем сюда, да? В спину. Так, в спину 50... Да, ну, по идее убиваем его. Давайте, наверное, вот так вот сделаем. Если не добьем сейчас... Блин, у него такая броня мощная. То Тарасом Ковригой просто его запинаем.
Так, у этого тоже получается 12, да, но не прокачан. Ну, Тарас 100% должен завалить. Тот еще потерпит, ходит нормально. Так, отлично, и 22. Кстати говоря, не уверен, что 22 пробьет. А сколько, интересно, наносит урона? У нас он уже прокачан, кстати говоря, очень хорошо. На 4. Так, а топором? Топором давайте посмотрим. Так, блин. Топор. Средняя броня 80%, максимально 20. То есть у нас 20 урона максимум. То есть 80% это где-то 18, да, где-то 18. 22 не хватит. Так, а дробовик чистый урон. Так, дробовик, где он? Так, дробовик 30. Но по средней броне, ну 30 это при максимуме. То есть 20 сейчас урон нанесет, 90% это тоже где-то 18. То есть при любом раскладе мы его не этот самый. А у него не откатился случайно? Он там один ход, два хода, да? Так, один раз, значит, он стрельнет, зараза такая. Как бы его завалить-то, а? Так, ну тут ракетница, это все понятно. Давай тогда отходить всеми. Чтобы он хотя бы по одному, по какому-то попал. Если шибанет. Так, топором 22. Ну давай попробуем, черт его знает. Может и завалит. 19, не хватило немножко. Давай вот так вот разойдемся, чтобы он пульнул хотя бы по одному. Нормально, хп у нас очень много, поэтому не стоит дротики тратить пока. Они нам еще пригодятся. Вот, а с хп у нас битком, мы там уже прям набрали очень много. Мало урона получаем, поэтому нормально пойдет. Еще по самому этому нашему мощному он попал. Ну, замечательно. Так, ну, видите, вот плохо что? То есть, вот эта вот контратака, она чем плоха? То есть, он бьет тем же оружием, что у него есть, и мы ничего поменять не можем. То есть, если у вас, например, там какое-нибудь оружие было, типа огнемета, который, знаете, время нужно для зарядки, или, например, винтовку, там, патронов, которого нет, вот, это все ГГ. Это, блин, вот очень плохо. Так, ну, давай. 26 вряд ли нанесет. Но качать надо. Так, ну и давай тогда пестиком давай. Нормально, пойдет. Странно, что никто еще не выбежал. Шустрый Джо. Так, 148, нормально пойдет. Спасибо за то, что спасли меня. Уж я-то знаю, что выгляжу я просто отвратительно. Я не знаю, как это все могло произойти, но я, по крайней мере, не потерял рассудка, как все остальные. Моя фамилия Орловский. До того, как этот город превратился в эту преисподнюю, я был вахтером этого музея. Это случилось буквально за пару минут. Уже наступил вечер. Я занимался кое-какой мелочевкой с новыми экспонатами, когда вдруг почувствовал дикую боль в животе. Затем мой позвоночник начал скручиваться буквально на глазах. Вы не можете даже представить, как было больно и страшно. Но вы все-таки сохранили рассудок. Если вы хотите, то можете присоединиться к нашему отряду. Командир, я думаю, что это будет серьезной ошибкой. Пожалуйста, не бойтесь. Я действительно полностью себя контролирую. Ну, просто чудо в перьях. Держись от меня подальше, понял? Ладно бы один только вид, так ведь еще и запах. Ненавижу. Майор, вы позволите мне вас так называть? Итак, майор... Я искренне надеюсь, что мои новые силы пойдут на пользу вашему отряду. Однако, могу ли я надеяться, что когда-нибудь я снова стану самим собой? Как вы думаете, существует ли в этом городе способ излечиться от этой болезни? Я не знаю, Орловский. Мы здесь как раз для того, чтобы это выяснить, но я не хотел бы давать вам никаких ложных иллюзий.
Когда вы прогуляетесь с нами по городу, поймете сами. Конечно, конечно. Я прекрасно понимаю вашу ситуацию. Ну и вот это чудовище. Да, кстати говоря, 47 хп у него осталось. Ну ладно, это бабище сейчас ее подлечит. Так, у него есть... у нее есть молния. У нее два оружия, блин, пипец, вынос мозга. Вот отрыжка смерти, она станет. Вот, а вот эта вот фигня, она просто урон наносит. 25. Так, давай, девчуля, получается, да, подхиль его. Так, он нам сейчас пригодится. Так, давай. Так, 20, 10, ну ровненько, да? Так, пойдет, все, отлично. Отлично, отлично. Так, сохраняемся. Так, на семерке, на кой был там, на восьмерке? На девятке. Так, все, погнали. Может быть, тут еще бой есть. Но когда... Ой, подожди, тут ящик еще. Только не тобой. Только не тобой, давай, Сереванов. Так, патроны к винтовке и пластырь. Ну ладно, пойдет. Так, винтовка, и, в принципе, можно и Селиванову сейчас прокачивать тоже. Неплохо будет. Так, вот эти лучи, по-моему, они как раз-таки и открываются вот этим вот компьютером. И, видимо, туда нас дальше надо проходить. Вот, но вот тут, по-моему, еще где-то бой будет. Мне не изменяет память. Где-то здесь... Ну, короче, где-то еще, по-моему, одна битва будет. Либо она... А, вот, вот еще. Так, ну-ка, что тут у нас? Бомба, стаймер, гранаты, так, помпы и противоядие. Что за противоядие? Антитоксин снимает последствия газового отравления. Вообще не помню такого, ну ладно. Так, ну, патроны нам надо отдать. О, кстати, у нас второй пистик. Так, у нас у всех, чтобы было по одному пистолету. Так, вот, кстати говоря, нету, да? Так, давай сразу отдадим ему. Чтобы у нас у каждого был этот пистолет. Вот, чтобы, если что, можно было бы пульнуть там пару пулек. Так, этими мы принципиально не будем пользоваться. Ну, сейчас в битве будем пользоваться. Вот, так, в принципе, не используем. Так, патроны, патроны, патроны. Так, вот 8 штук. Сами теперь Селиванову надо прокачивать винтовку тоже. Вот, чтобы, ну, чтобы тоже что-то, чем-то стрелял, не только пистолетом. Вот, а потом уже, когда прокачаем ему, будем прокачивать Тарас Ковриги. Так, давай еще на десяточку и погнали. А, подожди, ну, тут что-нибудь есть? Блин, я точно помню, где-то была битва. А, во. У меня такое чувство, что мы здесь не одни. И... Не, ой, как я недалеко. Интересно, тут ходят? Нет, тут, наверное, нифига. Так, достаточно их много, но они что-то далеко больно. Так, вот и компьютер, кстати. Нифига они тут запрятались. Короче, наверное, я так понимаю, что нам тут и надо ждать их, да? Только вот... блин, пипец, надо всем поближе, наверное, подойти просто. Пипец, битва долго будет. Они вообще идут еле-еле. Вот этого главного ракетометчика, этих-то фиг с ним. Наверное, нам просто ждать сейчас надо, да? Так, медуза, медуза. Блин, медузу, на, куда-то это сама. Жопу, медуза. Так, давай сюда. Вот так вот держать, чтобы плюс-минус можно было каждым сходить. О, блин, нормально, пойдет. Она сейчас огнемет сразу разрядить. И чтобы вот эта вот дрянь нас не выстрелила случайно. Так, ну все, ждем. Не хочу туда выходить. Они сейчас друг друга еще блочить будут, поэтому думаю, нормально. Во. Так, сейчас нам уже посмотреть, чтобы нас не закоцали. Так, этот у нас ходит. Ага, то есть можем сюда сходить. Ну все, отлично. То есть вот так вот встанем. По идее, нас не достают, да. Так, эти все никто не достает. Прекрасно. Все-таки по лестнице, значит, нельзя ходить. Сейчас вот эти должны заблокировать. Эх ты, зараза. Надо было там, тому первому сходить. Так. Ну тут, получается, уже надо сандалить, да?
Так. Тарасом надо куда-то выходить. Так, сюда, наверное, можно, кстати говоря, попробовать коктейль Молотова сшибануть. Тут прям вообще красота. Вот так вот, например, да? Очень неплохо должно быть. А этого мы так зачикаем. Давай-ка. Я не помню, они еще догореть должны. Поэтому... Так, давай мы сейчас тогда вот в этого выстрелим. Только из винтовки. Так, давай отойдем сюда. Есть. Так, Тарас. Тарас у нас отходил, поэтому давай мы его вот сюда. Эти догорят. А, нет, нифига не догорят. Так, можно гранатой сейчас их накрыть. Всех. Либо... УЗИ. Гранат у нас очень много. Давайте, наверное, тогда сейчас гранатой, наверное, накроем всех. Так, этих не заденет. Вот так вот, да? Вот так вот, давай. Давай, троих неплохо. Вот это бы еще поближе за серию. Подошел, вообще бы кайф был. Так, все, они, по идее, должны догореть. У этого 22. Получается, мы терпим тогда, да? Можно, кстати, терпеть-то вот этими товарищами. Вот так и вот так. Вот так. Нашим-то пацанами не этот самый, будем прикрываться. Пойдет, эти сейчас все помрут. Больно уж хорошо встали. Сейчас вот, наверное, медузу либо девку цапнет, потому что до других ему просто не дойти. А там урон вообще смех будет. 5. Ну, прекрасно. Так. Так. Ракетница меня немножко пугает. Непонятно, что от нее ждать. Так, дробовичком мы можем добить, да? Этот у нас товарищ не подходит. Так, а дробовик не цела, да? Ой, далеко. Давай вот сюда тогда. Есть. 3. Блин, вот зараза. Так, ты у нас доходишь, да? Так, ну вот сюда. Вот сюда и пистолетом добьем сейчас его. Винтовку не буду на него тратить. 3 уж точно хватит. Так, не доходит, да, все не доходит. Так, ты давай туда сюда. И вряд ли он попадет, да. Ну все, тогда ждем, получается. Так, ты у нас куда? Не доходишь никуда. Тогда пройдем сюда немножко. Окей. Что-то эти там встали. С ракет... А, нет. Все, идет. Жираф такой что-то... А, нет, блин. Только хотел сказать. Никто что-то не ходит, блин. Так. Давай, этот у нас с огнеметом хорошо. Селиванов. Против этого лоботряса. Давай. Ох, 34, просто с ума сойти. Просто обалдеть. Удача 50% уже, с ума сойти. 55. А вот интересно, что делает удачное попадание? Мне кажется, удачное попадание это полный урон от оружия идет. То есть неважно на владение, да? Мне кажется, вот это. Потому что как таковых критических ударов здесь нет. Так, 16. Ну, надо добивать. Давайте, наверное, добьем сразу тогда, да? Так, у нас, получается, ракетница никак у нас не стрельнет, поэтому давайте вот сюда шибанем в него, чтобы точно завалить. Все-таки средняя броня, мало ли. За огонь опыт не дают общего, поэтому вот сделал вот так, как я уже говорил. Так, ну и тут просто-напросто... Так, нам надо бы теперь как-то вот этого вот выманивать. То есть он сюда подойдет. Нам надо Тарасом Ковригой как-то успеть его тяпнуть. Так, ну сейчас вообще, по идее, всем надо подходить сейчас вот сюда. Сюда побоюсь подойти, но вроде как... Да, вроде как не задевает. Это ты у нас промахиваешься, не попадаешь. Много отходил, ну ладно. Один фиг заход мы его... О, отлично, прям перекрыл. Наискосок он не стреляет, поэтому...
Так, на следующий ход нас опять. То есть он подойдет, и Тарас Коврига его должен шибануть нормально. Так, еще два хода получается, да? Так, ты у нас... Если вот он сюда встанет, а мы сюда, то, по идее, нас не достает он. Не достает. Ну-ка, давай. Так. Так, интересно, мы можем стрелять из-за... Блин, вот непонятно. Ну ладно. Давай. Офигеть. 22. Так, ты у нас на линии, да? Нет, не на линии, замечательно. Так, 6. Ну, давай, наверное, просто добьем уже. Просто добьем. Так, ну и вот сюда на всякий случай отойдем. Хотя, по идее, нас не должны коснуть. Хотя я не уверен. Да, вроде нормально. Так, все, Тарас, по идее, сейчас должен... Зараза, немножко не доходит, да? Ну, придется дротик тратить тогда. Так, а ты у нас куда зайдешь? Если мы только отой... А, ну, кстати... Кстати, мы можем вот сюда отойти. То есть он вот эта линия прикрывает и вот так вот, да, стреляет, то есть попадает. Здесь мы, получается, можем отойти сюда, и он по нам вроде как не попадет. Так, давай-ка вот так вот отойдем. Тарасом. Так. Тарасом вот сюда вот. Ну все, по идее, вроде как никак не должен нас зацепить. Но следующий ход Тарас его цепанет. Я вот сейчас, кстати, узнаем. Ну-ка. Нет, нормально, все прочитал. То есть, получается, он никогда... просто стрелять вот этой ракетницей можно, по идее, как гранатой. То есть, сплэшем задевать. Но вот у этих... У этого, как его, монстра... Ну, вообще, мозг тупой. И он должен быть на одной линии. То есть, вот если мы здесь стоим, тогда сплэшем стрелять. То есть, он сплэшем не бьет. А он должен как раз-таки центр вот этого взрыва должен на нас быть. То есть, это нам упрощает очень сильно. Так, одновременно он нас блокирует от этой... жирафа, поэтому отлично. Так, все, тогда станем его. Так, есть. И можно будет прятаться прямо за него. И вот этот вот лоботряс будет все подходить, подходить ближе. Так, у него огнеупорная защита, поэтому просто пока стреляем. Так, наискосок, но да, без разницы. А за три хода его снести, поэтому стреляем из всего мощного. Так, этих лоботрясов пока держим. Ну, кстати говоря, наверное, можно сразу подойти. В этом бою мы их тоже использовать не будем. Вот будем у компьютера, где шел ты с этой шляпой. Вот там будет. Там надо будет использовать. Так. Ну, еще один ходик потерпит. Так, 65 пойдет. 5. 60. Нам надо бы, конечно... Черт возьми, поторопиться. Так. 60. Ну, блин, надо топором, наверное, тогда. Давай топором. Топором у нас очень неплохо бьет. 16. Ну, половину сняли за два хода. Нормально пойдет. О, еще удачно, хорошо. Но на метовку это не распространяется. 26. Так, а сколько у него? Давайте-ка глянем. У него... Блин, я не могу зайти, пипец. Ну, ладно. 26, и сейчас считается, что мы сбоку его, типа, ударили. Вот, у него 26 урона нанесло. На винтовке максимум, по-моему, 25. Да, 25. То есть, получается, и сейчас мы убиваем 25, потому что у нас владение 10. А почему 26 выбило? Загадка. Особенно с... Подожди, а с мили? Со средней броней 90. А, это крит-удар, видимо... Базовый, а крит удар добивает. Если не крит, то было бы меньше 26. Прикольно. Так, сейчас он будет уже по нам стрелять. Поэтому Тарас... так, этот у нас получается... Да, у нас... Надо вот этого выводить тогда. Ставить в броню.
да? А этого просто бабищу эту добиваем. Вот так вот сделаем, чтобы точно загорелся. Так, этого мы просто добиваем, получается. Так, 16. А, кстати, а Тарас-то может пройти, если, ну, например... Вряд ли он, конечно, пройдет, если мы завалим его. Так, ну-ка, давай-ка. 16 должен добить. Ты зараза. Ну, придется так добивать. Так, сюда нельзя вставать. Блин, ну ладно, придется винтовка, черт возьми. Ладно. Так, Тарас. Тарас может дойти, прекрасно. У него, по идее, не откатился еще на один ход, да. Так, но... Мы можем встать в броню Тарасом на всякий случай потом и переградить этому ход, потому что у Тараса тяжелый бронежилет, он вообще зверюга. Мне кажется, он очень хорошо должен. Так, ну вот так, давай посмотрим. Сейчас, если наброситься на Тараса, у него там защита просто невероятная. Отлично. Жертва, сколько? 5. Хорош. Так. 5-5-5. Плохо только, что теперь постоянно отходить будет этот мымра это. Ну ладно. А бы огнеметиком бы в него. Было бы здорово. Так, Тарас. Ну давай еще подходи. Потерпи, да, еще ходик. 5 хитов вообще фигня. Плохо, что он отходит, но сейчас мы его застанем потом нормально. Огнеметом уже нет смысла, получается, бить. Давайте тогда его сейчас. Потому что огнемет полностью прокачан. Сейчас будем пистолетами его добивать. Ждем. У него 60 хп, у этого очень мало, поэтому небольшая проблема. Так, пистолет давай сюда. Есть. Пистолет сюда. Так. Так, и у нас получается, что здесь? У этого лоботряд... Нет, есть пистолет, нормально. Так, есть. А то эти патроны на пистолет, блин, целая гора. Не знаешь уже, куда их девать, блин. Они потом копятся, копятся, копятся всю игру. А так хоть постреляем. Так, ну, ладно, давай, наверное, вот этим вот покачаем. Ну, хорошо. Прекрасно. Опыта сейчас должен быть просто невероятно. Так, Тарас. Ну, кстати, неплохо. Эти получают что-нибудь? Не, эти не получают. О, какой кайф. Весь опыт забрали. Весь опыт забрали. Так. Похилить, ну... О, кстати, Тарас, наверное, можно похилить, да? Так, давай-ка мы его мелким пока. Еще на двадцатничек нормас. Ну, все, кайф. А, видите, плюс 3. То есть даже лишка немножко хильнул, ну ладно. Так. Так, тут что-то старое, уж совсем 11. Так, ну и все, получается, вроде как раз-таки все эти битвы. Вот осталось только... А, подожди, еще наверх можно ведь. Точно, точно, точно. Тут еще наверху... Ну, кстати, тут, наверное, битв-то нет. Может, и есть. Так, это куда-то дверь. Большая дверь с замка. Замка не видно, вероятно, открывается как-то иначе. А, так она, наверное, откроется, да? А на балкон это, по-моему, простая... Ой-ой, подожди, извините. Ага, он здесь один, поэтому, наверное, это просто типа кладовки, да? Да. Отлично. Так, что у нас здесь? Опять какие-то бомба с таймерами? Зачем она нужна? Я не помню вообще. Так, ага. Прикольно, что это общая карта, да? То есть вот он сейчас показывает там, где мы будем потом ходить. Офигеть. Видите, прям можно... То есть это та самая карта, а не этот. Так, ну все, вроде. Так, получается, нам остается только ключ втыкать. И сейчас будет, наверное, по-моему, одна из самых сложных битв, как по мне. Наверное, вообще в игре, блин. Что-то вообще какой-то ужас там. Так, давай.
Давай сохранимся. Сейчас вообще трешанина будет. Ну, погнали. Черт возьми. Так. Вот, дверь открылась. Что они там делают? Они ведь не проявляют к нам почти никакого интереса. Юка, что скажешь? Похоже на стадный инстинкт. А может, они пытаются изолировать одного из нас, чтобы сделать его легкой добычей? Давайте-ка держаться тесней. Юка, а ты действительно в этом уверен? Уверен? Как я могу быть уверен? Таких тварей я еще никогда в жизни не видел. Командир, у меня есть теория попроще. Тут либо мы их, либо они нас. Да, и, собственно говоря, вот так. Так, здесь сразу надо вот этого, наверное. Они, по-моему, здесь просто атакуют компьютер, если я правильно помню. Вот, и что-то помню, что здесь дохрена выходит... Дохрена, короче, всякого говна выходит. Так, тут вот этого надо пресекать танцора диском, по-моему. Сколько? Ну да, 30, наверное, 30-15 точно сгорит. То есть мы можем подойти, шмальнуть, вот, и свалить закат, по идее. Так, мы, получается, вот тут стоим, мы его вот так задеваем, да? И потом еще можем отойти. Так. Вот так вот, да? Блин, ну мы-то уже не отходим. Ну ладно, фиксим. То есть вот так вот. А, еще удачно попадаем, все, как это. 36, обалдеть. Ну все, он точно помирает. 14. Ха-ха, вот это кайф. Так, теперь. Теперь нам надо заблочить вот этого, получается. Давайте бабищей. Пускай сидит, терпит. Так, тут у нас двое. Вот этот ракетомет, блин, его бы надо тоже... О, кстати. Да, и в этом бою я хочу медузой как раз-таки пользоваться. Блин, мы не можем, да? Вот как назло, а? То есть, получается, один удар мы все-таки этот самый терпим, да? Хреново. Так, здесь, наверное, надо бы тоже... Так, а мы можем как-то его заблочить? Нет, не можем, да? Так, ну у нас есть... Давай вот так, наверное, сделаем мы его. Просто стрелем, чтобы поменьше нам урона было. Это самый дурацкий бой, какой только есть. Поэтому лучше сразу использовать все. Так, блин, не можем, да, нифига? Вот зараза. А ты? Так, ты можешь, но... Ну давайте, и надо все это юзать. Значит, это ГГ. На, всем сейчас пользоваться. Потому что тут очень трудный бой, блин. Так, у нас коврига. По-моему, вот здесь вот еще дрянь какая-то вылезает, но я не помню, на каком ходу. Так, он, а куда он сходить может? Он сюда может сходить и заденет его, да? Так, а мы можем как-то из дробовичка, наверное, пульнуть? Винтовкой на пол урона? Ха-ха! На ноль патронов. Так, дробовика мы, ну, задеваем, но вообще там какой-то мизер. Блин, ну проще ждать тогда. Ну, давай. Так, этот сдох, замечательно. Все-таки один раз, зараза, пульнет. Ну ладно. Никак его вообще не закрыть. Наверное, специально сделали, чтобы понять, типа, что делают они. Так, девка потерпит, там вообще смех урона, она еще и с броником, поэтому нормально. Так, жирафа нам надо подстреливать побыстрее, но с ним разберется потом этот товарищ. Так, а мы можем как-то, сейчас, наверное, вот сюда подойти, стрельнуть в этого, да? Мы это вот так вот и сделаем. Получается, где винтовка? Так, девчуля, отойди. Пока к Гарсии подойти не можем. Так, 40. Так, есть. Да. Так, этот у нас станет. Два хода еще. Этот нормально подойдет. Нам надо, короче, сейчас ракетницу эту Джо валить. Так, чем таким можем его запульнуть? Сколько у автомата УЗИ патрона? Ой, урона. 25. У тебя 30. У тебя, ну, тут проще, да, из винтовки стрельнуть. Так, а ты? 15. Ой-ой-ой. Так, он огнеупорный. Ладно, давайте, наверное, тогда мы сейчас его
Блин, он из ракетницы, пипец. Если он еще раз стрельнет, то все, пиши пропал. О, слушай. А мы можем ковригой-то дойти до него? О, мы можем дойти. Ну все, нормас. Я забыл про ковригу-то, блин. Пипец с этим, с станом-то. Нормально. А, подожди, и у Медузы ведь был стан. Ну ладно, Медуза еще потерпит тогда. Так, пока не будем им добьем, я думаю, этих. По-моему, вот здесь вот какая-то дрянь выходит. И вот отсюда выходит. Или вот отсюда. Так, ну давай Медузу, наверное, пока. Хрен знает, давай, наверное, отведем пока его. Не хочу лишний раз юзать. Они пока оглушены, сейчас мы этого Гарсио, вот этого жирафа мы огнем зафигарим, он мгновенно там подохнет сам, поэтому нормально. Вот, все, мы сейчас его, по идее, заход должны зачикать, да, а потом вот этого. Так, девчуля еще потерпит. Так, огнемет получается вот сюда и вот сюда, да? Да. Ага, огнемет еще у нас не работает, кстати говоря. Так, тогда давай стрелять из винтовки. Так, кстати, Гарсия, наверное, мы его сейчас заперли. Мы, наверное, потерпим, потому что он никуда не денется. Вот этого, давайте-ка реально вот этого валить. Гарсия, он сейчас, ну, вот этот, жираф-то, короче. Он сейчас никуда не денется, он стрельнуть не сможет. И мы просто потерпим, мало ли, если что, да. А здесь-то у нас уже будет стрелять непосредственно в этот, в наш. Поэтому сейчас должен заняться нормальным ему попасть. Потом первым его завалим. Так, и вот сюда вот развернемся. Вот. Так, теперь ты. Так, тут не до шуток, поэтому можно, кстати говоря, наверное, может топором. Или помповым ружьем вот сюда вот. Давай. Больно уж соблазнительно выглядит. Отличный еще уровень. Так, удачи 37. 2, прекрасно. Так, и 20. Нам, наверное, нам надо сюда вот уже подходить. Потому что тут сейчас вылезу. Так, девчуля пока потерпит. Еще. Так, а ты тоже подходи, наверное, куда-то вот сюда. Потому что я точно этот бой помню. Мерзкий. Ну, я не знаю, когда они вылезают. Либо на каком-то уровне. Ну, на каком-то этом. Ух ты. 12. Да, видите, он ничего не может сделать. Прекрасно. Либо на каком-то ходу. Либо когда мы завалим кого-то. Вот. Поэтому я не помню. Так, огнеметик давай. Ну, кстати говоря, нара огнемета можно даже похоронить. Потому что, мне кажется, вот этого мы завалим спокойно. Да, давайте-ка. Так, получается, можно бутылкой водки его заюзать. Он очень хорошо горит. И потом любой сможет его подстрелить. Так, нам вот этого надо бы сначала, наверное, да? Давайте-ка сначала вот этого. На двадцатничек ему. Точно. Все, 100%. Что, 21, обалдеть. Броня, конечно, у него, мам, не горюй. Так, все, поджигаем тогда, получается, чтобы тоже побыстрее сдох из особого урона. Так, вот он сейчас воспламеням. И по идее, как у нас написано было, из любого урона, из любого оружия его поджигают. Поэтому попробуем. Да, вот все, 15, 31. Нормально, еще один ход поживем. Так, все, девчуля у нас, да, крепенько вообще, хорошо. Так, все. Сюда вот это, да, отойдем только. Наверное, когда вот этого жирафа завалим, тогда и вылезут. Ох ты, еще и стреляют, вот это очень плохо. 22 это много. Ага, вот они. То есть, видимо, на какой-то определенный этот. Так. Этот у нас в любом случае догорит, да? Нам на один урон только нанести. Так, вот здесь замечательно. Давайте сюда подойдем. Так, получается, мы его... Может быть, кстати говоря, даже из огнемета. Вот я специально не стрелял. Может быть, за один ход сейчас его зафигарим. Потому что там бешеный какой-то урон, и он должен догореть. 30. 45, 5 урона нам на нанести. Так, ладно, пойдет. Так, здесь у нас, получается, один урон нужен, да? Давайте, наверное, отойдем, получается, вот сюда. Да можно, кстати, сразу стрельнуть, да потом отойти. Так,
Ой-ой-ой, это гром гремит. Так, и нам сейчас надо 100% сюда отходить. Потому что я даже помню это. Так, у нас это, хоть бы она откатилась. Было бы здорово. Да, один ход. Прекрасно, она, по-моему, откатилась. Интересно, если я вот сюда встану, он выйдет или нет? Ну, конечно, это, конечно, огромный плюс, что я все знаю, но тем не менее. Так, ладно, все, получается, мы ждем. Этот лоботряс тоже не сможет к нам подойти или сможет. Давай-ка на всякий случай вот так вот сделаем и защиту. Так, блин, болван, защита. Какая защита? Надо было ударить. Ну ладно. Так, девчуля. Ладно, этот, получается, Селиванов тоже потерпит. 20 он догорит, следующий ход в любом случае уже подыхает, что бы мы ни делали, поэтому наплевать. Так, девчули, давай тогда в защиту. Вот, и все. Сейчас, по-моему, еще должны выйти. 15, сейчас, наверное, ударить. Вот, кстати, насколько надо посмотреть. А он может, слушай, на компьютер сейчас загнет. Нет, нормально, он на компьютер загорится. Ой, фига себе. А у нас у Селивана, ой, еще и контратака. Во, видите, то есть я не могу сменить. Я правой кнопкой нажимаю, и все, ГГ. То есть, вот я про это говорил. То есть, контратака здесь дурацкая, конечно, пипец. Я бы с удовольствием сейчас пальнул бы, но он перезаряжается. А правой кнопкой я нажимаю, убрать, все. И сразу у нас это проходит. Так, все, замечательно. Этот подохнет. Наплевать на него. Так, получается... Что-то нигде никто не выходит, да? Так, ты у нас... А, подожди, а еще, по-моему, здесь вот вылезал кто-то. Или это потом вылезет? Блин, я что-то не помню. Так, давай мы его застанем. Давай. Этот лоботряс... Ой, глушат хоть, да, глушат. Этот лоботряс тогда пускай идет сюда. Но, чтобы просто не тратить... ну, короче. Просто выстрелим, да, чтобы хотя бы получить опыт лишний. То есть вот 18 опыта получили. Так, все, этот оглушен. Девчуля. Девчулю надо бы, наверное... кого-то подвинуть. Ну ладно, сейчас вот тут вот эта мымра вылезет. Девчуля, в принципе, еще очень хорошо держится. Так, у нее хп мало. Наверное, можно, кстати, подводить этого потихоньку, да? Вот куда-нибудь вот сюда, например. Мы и тут под... на подкрепе будем, если что. Так, все, давай. Девчуля танкует просто невероятно, черт возьми. А, вот. И, по-моему, еще справа кто-то должен выйти. Во! У этого хотя бы хп мало. Я помню, это бой такой адский. Это просто пипец. Подожди, это М? А что такое М? А, подожди, middle. А я думал, она по цвету, что ли? М это армор или как это переводится-то? Что за М? Блин, а я думал, знаете, типа М это броня и middle. Это H, наверное, hard. То есть это тяжелая броня. А, все понял. Это тяжелая броня, обалдеть. Так, ну, на три хода нам надо от него избавляться, короче. Так, этого огнемета получается тогда. Так. Один ход еще, да? Так, ну давай тогда. Дубиной 43. Ой, так нормально, 43. О, еще сюда. А, ну 16. Так, 27. Давайте, наверное, долбить тоже. Уровень владения оружием поднят, нормас. Так, теперь этой девчуле сколько у нас? 60-30, она еще подержится. Давайте, наверное, тогда вот этого расстреливать. Или надо вот этого. Нет, этого мы медузой перекроем, да? Можно, кстати, так, сколько у нас? 12, нормально. Давайте мы медузой тогда отвлечем его. Главное, чтобы нам по компу не стреляли, самое главное. Ну и этого надо побыстрее с ним разбираться, иначе пипец. 25. 45. Так, все, вроде как все сходили, кроме девчули. Отлично. Вроде как неплохо получается. Но все сходили, да? Да. Все, погнали. Сейчас может этот жираф загорится на нашу. На медузу на нашу. Главное, чтобы они не били этот, блин, сраный компьютер. Во, все, отлично. Ничего, потерпим. Так, 12. Если что, ты можешь добить. Да, если что, он может добить. Так, здесь 45. Нам надо, короче, сейчас прям дубасить его прям невероятно. Так.
29. 25 я нанесу, конечно, да? Блин, ну давайте, наверное, просто этого дострелим, мне кажется, нормально будет. Так, у этого, наверное, мы сделаем вот так вот. Встанем, тогда его, грубо говоря, заблокируем. Все. То есть этот лоботряс у нас никуда не денется. Так, а этого мы просто добьем, мне кажется, сзади. Никуда не денется. Из пистолета стрельнем. Точно хватит. У нас очень хорошая прокачка уже. У-ху, еле хватило, блин. Точно, говорит, хватит. 13. Надо было 12, обалдеть. Точно хватит, блин. Так, 29. 20, еще один ход. Блин, нам надо дострелить. Ладно, давайте дострелим уже и потом пойдем на помощь этому. В любом случае не сможем. Все, нормально. В следующий ход этот завалить его пойдет. Все, пошли девчуле помогать. Она там уже терпит. Просто невероятное количество ходов. Просто пипец. Так, а медуза у тебя? Медуза все в защите. Она заблочила и он не сможет к компу пойти. Так что замечательно. Этого мы там дрища тоже. Блин, девчуля вытащила. Просто бой в соло. Просто в соло. Да, броня, конечно, в два раза ровно. Ровно в два раза. Так, здесь у нас получается огнемет уже. Должен отработать хорошо. А где он? Вот он. Да, прекрасно. Тридцатник с ума сойти. Так, и можно, наверное, где? Мы можем ее заставить? Нет, не можем. Тогда, блин, тогда надо отойти обязательно. Потому что он может, наверное, загориться, типа выстрелить из автомата. Поэтому так лучше. Так, ну давай, брат, шестерочку-то ты выбьешь все-таки, а? Все, слава богу. Так, ну и теперь можем этой заниматься, да? Умрай. Так, ты у нас далеко не хочешь. Давай, все, выходи. Да, все прекрасно. Так, пистолетом, наверное... Ну, давай чисто проверить. Один. Нормас пойдет. Так, Тарас, давай, все, погнал. Вроде как, больше вроде никого не должно выходить. Но не берусь утверждать точно. А, ты, зараза, все равно стреляет. Вот, ну, ладно. Что поделать. Так, давай с пестика тогда. 11, и получается еще можем отойти. Да, прекрасно. А наоборот. Так, есть. Так, и получается Селиванов, давай добивай, 15. Чтобы хп получить. Так, где там у тебя? Где там твоя легендарная дубина? Эй, подожди. О. Давай. Добьешь? Сколько нанес-то, непонятно. Так, ну ладно, все, этот все готов. Этот к нам не подойдет, прекрасно. Ну все, отлично, справились. Дурацкий бой. Отвратительный. Так, 45 пойдет. Так, 18. Ну тут уже все, мне кажется, можно просто дубасить его. 19. Отлично. Ну, как раз в серию вписались. Превосходно. Так, 300. Селиванов просто бешеный. Бычара. Посмотрите, 300 урона. Ой, 300 хп. Ой, господи, все перебрал опыта. Ну, медуза немножко украл он за один стан. Вот, ладно, пойдет. Тарас, блин, вот вроде шкафа завалил, да, всего 192 получил, обалдеть. Ну, Николай Селиванов, конечно, 3 сотни, это прям вообще здорово. Так, на, все сохранится тогда. Получается, это у нас на пятой. Пятая серия, да? Вот так вот, сохранимся. Вот, и все, ребяшки, тогда. Почему это-то не открылось? Она, по идее, должна открыться. А, мы, наверное, не вставили еще, да? Или там открыть? Ну, ладно, в следующей серии. Все тогда, ребяшки, на этом. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребяшки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всего хорошего и всем пока.